Напиши письмо Деду Морозу и получи за это подарок. В столице Чувашии стартовал традиционный конкурс творческих работ. Мне, пожалуйста, 2 ящика конфет. Сделай так, чтобы мама с папой никогда не ссорились. Хочу синий велосипед. Все эти фразы не просто набор желаний. Это то самое заветное, что дети загадывают на Новый год. В Чебоксарах стартовал традиционный новогодний конкурс творческих работ «Письмо Деду Морозу». В этом году к участию в конкурсе пригласили детей от 7 до 16 лет. В своих письмах ребята могут рассказать о достигнутых успехах, победах и добрых делах. Литературное произведение и новогодняя открытка. Конкурс проводится в 2 номинациях. Первое относятся стихи, рассказы, сказки и эссе. А на номинацию «Новогодняя открытка» принимаются работы, выполненные на бумаге форматом 200 на 300 миллиметров. Кстати, рисунок может быть как горизонтальным, так и вертикальным. Главное, на нем не должно быть надписей, а также масляных и флуоресцентных красок. Присылать работы нужно по адресу Деду Морозу, главпочтамт, город Чебоксары. Также письма можно принести в Центральную библиотеку имени Маяковского. Проводиться конкурс будет до 20 декабря, а уже 24 декабря на Красной площади города объявят победителей и призеров.